Наши западники вечно обвиняют в том, что мы контрабандой занимаемся, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно. Как здесь обстоят дела? Хотелось бы услышать ваше мнение.